Пожмите руки. Давайте легонько вакцируйте. Ильнас, сам тоже сам работай. Сам дергай тоже. Защитился, ответ можно тоже бить после защиты. Полегче, чуть-чуть полегче. Корпус работы, голова. Ильнас, сам серию какую проведи. Голова. Умар, тебе легко работать, потому что он еще новичок. Да. Путай. Голова, корпус. Ильнас, сам тоже. Умар, дай ему себя поатаковать немножко. Пусть он тебя поатакует. Чуть-чуть. Давай, Ильнас, сам тоже серию какую-нибудь проведи. Ильнас, ну работай, тоже делай что-нибудь. Умар, полегче. Навстречу не бей, Умар, а то он может пропустить, зазеваться. Да, Ильнас, сам. Куда пошел? Убери, красиво поработай. С прямыми можешь, не обязательно с боковыми. Боковые много сил тратят. Прямые сделай серию из прямых. Тоже подразнаменные ноги. Подбородок вниз и от головы руки. Прямые удары, серию нанеси. Просто по защите боковым. Раз, два. Ильнас, давай, вот сам. Ильнас, на прямых ногах не стой. Ноги не своди близко. Подсядь чуть-чуть. Пошире ноги чуть подсядь, чтобы быть готовым к удару.
там вообще на том уровне там вообще. Сейчас на уровне там вообще. Там вообще сразу самолеты взять. А вот на четвертом уровне всегда на самолете будет, да? Ну, вот сейчас скоро будет. Руки подними. Вот прям на виски подними руки. Вот. Подойди, пусть он тебя побьет, а ты где-то его контратакуй, на контратаку подлови. Вот. Пусть побьет. А ты смотри. Ну, что это? Подними руки. Подходи выше. Выше руки. Вот так. Так, подходи. Сваливайся. В таком положении. Раз, качай. Нет, выше руки. Зачем вот так? Руки подними, качай. Он пусть бьет. Не догоняй, вот подойди к нему спокойно. Подойди его просто потом. Да, вот так вот, подойди. Руки низко держит он, Ильнар. Пробей прямой. Низко держит руки. Потом я не получаю. Что вот так?